И снова всем привет, мои хорошие. Мы продолжаем играть в Арк на официальном сервере. Все-таки не дошла я до дома. Там бегает Карна, мне пришлось спуститься в ущелье, а здесь бегает Раптор. Около озера. Я не знаю, какого он уровня. Кота я поставила на пассив. Даже, может быть, его здесь оставлю. Давайте я его здесь оставлю. Ух, попробуем подстрелить раптора. У меня всего 15 стрел. Надо бы еще наделать побольше. Стрелы же есть у меня, да, каменные? Наркотики. Давайте крафтанем побольше. Вдруг не хватит. Так, штучек. О! Он бежит, бежит! Ой-ой. Вон он, вон он, вон он. Какой он быстрый. Я хочу Раптора. Я очень хочу Раптора. Какого же ты уровня-то? Нападает? Нет. Обалдеть, как я боюсь. У меня же спальник не стоит и мешка нету. Спальника. Сундука. Так. Почему не реагирует? Давай, засыпай, животинка. Он лаганулся, что ли? Мне только на руку. Уснешь? А, уснул! Обалдеть! 12-й уровень! Ребята, Раптор, наконец-то! Где мой кошак? Иди сюда, будешь защищать нас. У него еще мяско есть и наркота есть. Иди ко мне. Пойдем к нашему Раптору. Шипы у нас тоже остались. Даже, наверное, хорошо, что нас Карна согнал вниз. Что мы до дома не дошли. А, мелкая скотинка. Так, ставим атаковать мою цель. Где эта дрянь? Куда делся? Только что здесь был. Маленький динозаврик. Ладно, пофиг на него. Берем мяско. Заберем, заберем. Если что, поохотимся. Вот наркотиков у меня маловато. Я боюсь, что не хватит. Так, кушай, мой хороший. Кушай. Неужели мы теперь будем бегать на Рапторе? Быстро перемещаться. Класс, класс, класс. Как я рада. Наркота тоже сюда. Так, теперь шипами надо все огородить. У нас даже кожа немножко есть. Так, 16-й уровень. Может быть, кошака натравить? А вдруг он убежит? Ладно, пока не будем. Пока мяско нам сильно не надо. Пока все хватает. Давайте ставим шипы. Так, они здесь не ставятся. Ой-ой-ой. Здесь чья-то база. Точнее, не база, а вот столб. Столб поставили. Ладно, будем охранять. Давайте даже на нейтральный лучше поставим. Вдруг нечаянно Раптора ударю. Кошак задерет его. Так, ну где-то, наверное, минут 40 он будет лежать. Может быть, меньше. Я смотрела калькулятор приручения. Не помню, на 20 уровне я вроде смотрела. Там что-то час, что ли, или меньше. Или минут 40 20 уровня. Значит, этот минут 30, наверное, будет. Ну ладно, пусть лежит. Наркотиков должно хватить. Что будем делать-то? Надо ведь еще как-то отсюда выбираться. А там, по-моему, все воротами закрыто. Там мы не пройдем. Если только назад идти. А назад идти там Карна. Блин. Как бы мы сейчас Раптора не потеряли. И хотелось бы... А, еще один Раптор. Блин, еще один Раптор. Так, пойдемте-ка. Кошак пусть здесь будет. А если я умру? А, он сюда бежит. Черт. Кошак. Может быть, мы его вместе убьем? Или, может, мы его приручим? Вдруг он лучше? Я боюсь.
А вдруг он 100-й уровень? Так, подождите, давайте спальник скрафтим. Вроде кожа есть. Фибер есть. Быстро, быстро, быстро. Спальник. Даже два. Ой, он подходит. Не подходи сюда, у меня спальник еще крафтится. Скотинка. А мы, наверное, и спальник-то не поставим. Ну-ка. Здесь же этот долбанный столб стоит. Ой, как плохо. У меня еще и перевес. Так, не паникуем, не паникуем. Все хорошо. У нас есть кошак, у нас есть стрелы. Так, кошаку атаку. Давайте спальник быстренько. Что, звук? Спальник, спальник. Где-нибудь. Какой-нибудь участочек. Ну, пожалуйста. Ну, зачем вы эти столбы наставили везде? Не поставить. И здесь столб. И здесь столб тоже, блин. Беда. Ну-ка, если в ту сторону сходить... Может быть, здесь свободно? Ага, и там тоже столб. Ну ладно. Давайте тогда так сражаться. Что еще остается? Боевые стрелы. Давайте боевые стрелы. А хочется его тоже усыпить. Вдруг он лучше? Ладно, попробуем усыпить. Вдруг он какого-нибудь 20 уровня? Так, мимо. Что-то он на меня не реагирует. Блин, паразавра. В ляшечку. Может быть, сейчас так его усыпим, пока он занят? Или сервак повис? По-моему, сервак повис, или нет? Уснул? Я не понимаю, что с ним. Это 16 уровня. Давайте лучше этого приручим. А можно даже двух приручить? Почему они меня не трогают? Упираются в стенку и все. Так, наркотик скушай, пожалуйста. Даже два. Паразаврика надо убить. Еще рафтер. Блин, еще один. Да сколько их здесь? Так, кушай, кушай. Тебе тоже мяско, наркотики. В принципе, они быстро приручаются, вот эти вот рапторы. Я вот смотрю. У него уже 1/4 прошла полоски, да? 1/4 где-то. Так. Паразаврика бы убить аккуратно. У нас же есть железный топор. Давайте железным топором сейчас быстро убьем. Кисуля. Кисуля, ты за меня заступишься, если что? Пойдем со мной. Два раптора, обалдеть. Ну, один будет запасной. А, кстати, ребята, это у нас мальчик. Надеюсь, что это девочка. Нам же еще яички раптора. Блин, тоже мальчик. Яички раптора нужны будут. Вон еще раптор там. Скакал. Пойдемте посмотрим. Аккуратненько. Так, где он? Может быть, убежал? Они такие прыгучие, такие быстрые. Я никогда не приручала раптора. А вон он, красавчик. Так, так, так. Где ты? Где он? Куда делся? Он меня вообще увидел? Так, кошак, ты стой здесь? Ух, я боюсь попасть в его когти, если он высокоуровневый. Так, я слышу его. Вон он стоит. Ах ты, зараза хитрая. Зараза хитрая-то. Страшно. Я боюсь. Что он какой-нибудь 100-й уровень.
Сюда бежит. Ой, у меня руки так трясутся. Блин. Так, он тоже что-то забаговался. Попало? Почему он меня не атакует? Что случилось? Тоже уснул. Может быть, он боится кошака? 12 уровень, а это у нас тоже мальчик. Давайте попьем водички из бурдюка. Я не понимаю. Что случилось-то? Почему на меня рапторы не нападают? Неужели из-за кошака? Да кошак, оказывается, классный. Давайте вот этого мальчика 12 уровня тогда на мяско. На мяско. Ну, нам три мальчика, я думаю, точно не нужны, да? Сейчас мы его топором разделаем. А, кстати, у него инвентарь есть. Там ничего нету. Если бы были девочки. Ну, три мальчика нам точно не нужны, ребята. Ну, много. Так, кушай наркотики. Парочку штук. Нет, даже штучки 4. 3, точнее. И давайте еще вот этого проверим. Так. Кушай тоже наркотики. 2 штучки. Ну, мяска должно хватить. А вот наркоты... Наркоты, боюсь, что может не хватить. Но в крайнем случае, да, мы можем ягодки пособирать. Если уж совсем не хватит. Ягодки здесь пощипаем. Так, мы будем кушать ягодки. Ягодок у нас много. Мы домой ходили. Запаслись. И надо будет спуститься к воде. Набрать воды в бурдюк. Один еще бурдючок есть. Давайте выпьем. Ночь наступает. Костер надо зажечь. Так, что нам для костра надо? По-моему, все есть. Дерево, камни. Так, и флинт все есть, да? Костер делаем. Какая у нас все-таки удачная охота, ребята. Пошли на раптора, приручили саблезуба. Я уже решила возвращаться домой, отчаялась, думаю, нет рапторов. Но если бы не тот Карно, то я бы сюда, конечно, не спустилась. Карно меня просто выгнал. Я его испугалась. Так, сервак висел, походу. Давайте поставим костер между нашими двумя рапторами. Костер. Ставим. Ай, блин, я ж забыла, что мы ничего не поставим здесь. Зараза, как обидно. Долбанный столб. Его ведь не разрушишь. Да, не разрушишь. Ладно, будем так сидеть в темноте. Что, мой хороший, мой красавчик? Точнее, не совсем красавчик. Но он хороший. Охраняй моих рапторов. А я пойду спущусь к воде, наберу водички в бурдюки. Сейчас я их только накормлю наркотиками. Как быстро темнеет. Ладно, будем бегать с факелом. Раз костер не поставить. Ох. Удачно, как удачно. Я так рада. Кушаем ягодки. Берем факел. И пойдемте потихонечку спустимся. У нас, кстати, почти перевес. Надо бы что-нибудь выложить нашему кошаку. И давайте-ка выучим седло на раптора сразу же. Мы же так и не выучили. Вот оно.
9 очков. А капкан нам так и не понадобился. Ну ладно. Может быть, все-таки еще пригодится. Смотрим. Седло на раптора. Кожа. 110 штук надо. Нам нужна кожа. Значит, мы сейчас поохотимся. Мы убьем паразавриков. Разделаем их топором железным. Кожа должна упасть побольше. В общем, постараемся набрать кожи. А, ребята. Здесь же, наверное, рыбка еще есть. Если вдруг мясо кончится, мы сможем здесь набрать мяско. Да. Все должно быть хорошо. Водички, водички сейчас наберу. 9-0. Все. Сейчас тогда будем охотиться, набирать кожу. Надеюсь, получится скрафтить седло. И поедем домой уже на рапторе. У нас 3 хищника, 2 раптора и кошак. Так, держи тебе камушки. Как у тебя с весом, нормально? Кирку мы выкинем тогда, каменную, сломанную. Капкан тоже тебе. Спальники тоже тебе. Все. Пойдем охотиться вдвоем. Сейчас раптора еще покормим наркотиками, чтобы я не волновалась уже за них. Так, и второй. И вон паразаврики, наша добыча. Так, кушай 2 штучки. Давайте саблезубу поставим атаковать мою цель. Берем топор. Кисонька моя. Пойдем. Все мальчики. Саблезуб мальчик. Рапторы мальчики. Прям одни мальчики. Идешь за мной? Давай вместе. Атакуем. Давай, давай. В погоню. В погоню, тигрище. Покажи себя. Давай, мой хороший. Давай, давай, кусай. Я помогу. Боюсь еще его ударить топором. Умничка. Умничка. Может быть, я даже зря вначале говорила. Точнее, думала, что он не особо полезный. Так. 16 уровень. Помогай. Помогай, мой хороший. Давай с двух сторон. Будем в команде работать. Разделываем. Нам нужна шкура. Нам надо много шкурок. Кстати, а у тигра есть шкурка? Я все забрала. Так, 42 шкурки. Надо 110. Ну, пойдемте дальше охотиться. Пока еще совсем не стемнело. Пойдемте поищем. Там еще Дила ходил. Дила тоже на шкуры пустим. И крокодил. Мы же тогда видели крокодила с вами, да? Вон с того обрыва, когда бегали. А вот насчет крокодила я боюсь. Он может сожрать тигра. Ну ладно. Мы, если что, его с лука отстреляем. Кстати, лук почти сломанный. Надо бы его починить. Лук. Чинить. И зарядить боевыми стрелами. Стрел тоже мало. Давайте накрафтим 8 штучек. Это на всякий случай, если выскочит, ну, крокодил, например. Хоть будем как-то отстреливаться. Темно. Что, мой хороший, давай. Атакуем. Вместе. Сражаемся. 16 уровень. Он еще так толкается. Дай мне ударить. Ой, ой, мой маленький, прости, ударила. Попьем водички. Так, сервак что ли повис? А нет. Может быть, подвис только немножко. Как темно.
Давай-ка я у тебя заберу ягодки. Хотя нет, у меня есть ягодки. Покушать надо тоже. Давайте пробежимся. Посмотрим еще каких-нибудь животинок. Что-то никого нету. Да еще темень такая, я ничего не вижу. Так, никто здесь и не появился. Добычи нету. Ну да, придется идти тогда вон в то ущелье, откуда мы пришли. Там должен быть выход. Так, водичку попьем. Хотя нет, мы пить не хотим, дождик идет. Так, ребята, а вроде бы там еще есть выход. Вон я вижу просвет какой-то между деревьями. Ну там, наверное, еще есть выход. Или это и есть тот каньон? Да, походу будем выбираться с той стороны. И я надеюсь, что там не будет ворот. Если там будет тоже ворота, то мы здесь застрянем. Рапторы наши лежат. Так, мой хороший, почти приручился уже. Кушай наркотики. Так, ты у меня тоже кушай наркотики. Все, пусть лежат. Теперь я за них буду спокойно. Можно будет еще побегать. И давайте-ка вот этому еще один наркотик скормим. Наркотиков хватает. Нормально. Мяско тоже. Наверное, когда вернемся, вот этот раптор уже у нас проснется. Заберу-ка я у тебя, пожалуй, так. Мяско я отнесу вот этому. Этот более прожорливый. Так, мяско тебе. Все, пойдемте в каньон сбегаем. Поохотимся и посмотрим, есть там выход или нет. Надо шкурок набрать. Я хочу седло. Я хочу уже верхом ездить на рапторе. И надо будет проверить. Надо будет как-нибудь сходить с кошаком также на раптора и посмотреть, будет он меня трогать или нет. Может быть, под покровительством кошака рапторы меня не трогают. Так это же вообще супер просто, замечательно. Каньончик, каньончик. Куда же мы... А, ворота, что ли? И здесь ворота. Блин, как же мне выйти-то отсюда? А вот дырочка. Дырочка есть. Вылезли, что ли, да? Кошак, вылезешь? А кошак-то вылезет. Так, он там застрял. Ты выйдешь отсюда? Давай, давай. Не может, что ли? Так, дерево давайте срубим. Что-то он тут из-за дерева, по-моему, тупит. Давай, иди ко мне. Иди ко мне, мой хороший. Не пролезешь? Пролез. Замечательно. Я надеюсь, рапторы тоже пролезут. Все, мы выбрались. Ладно, хотя бы нам чуть-чуть оставили проход. Иначе не знаю, как бы мы оттуда вылезли. Так, вон там паразаврик. А вон там вот Карна ходит. Долбанный Карна. Как нам к дому-то пройти? Ладно, пойдемте. Пойдемте наберем кожи. Вот Фиомия. Фиомия, Фиомия. Раптор! Еще один раптор! Я его не заметила. Кого он бьет? Раптор меня атакует, да? Кошак! Спасай меня! Ой! Берем лук! Нифига он прыгает! Где он? Ударила. А где кошак? Кошак запнулся.
Ой-ой-ой, что творится? Я ничего не вижу, блин. Что это? Сервак? Повис? Или меня выкинуло? Отвисло? Ага, все, сервак повис. Ух. Справились. Так бы было бы хорошо, конечно, 20 уровня приручить, но, ребята, у нас уже там двое почти приручились, так что ладно. Нам пока сойдет. Остальных рафтеров будем убивать. Как я испугалась. Думала, сейчас меня выкинет с сервера. Давайте вот еще. 104 уровень. Ой, мы с ним долго будем возиться. А куда Фиоми убежали? А вон они бегают. Блин, даже не знаю, на кого кинуться-то. Пойдемте за Фиомией. Там еще паразаврик. Застряла, 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 застряла Фиомия, да? Застряла? Ой, маленький мой, прости. Прям по башке топором. Мухи. Куча мух. Только их сейчас не хватало. Отобьемся? Мне опять хп не показывает. Да, мой котик. Мой хороший. Спасай меня. Я пока разделаю кушку. Так, где он? Где мой кошак? Это прыжок он сделал. Видимо, сервак лагает, из-за этого проблемы. Все, убили. Да, тоже, походу, не разделать его. Где мой котик? Котик? Опять мухи, насекомые. Так, убьем? Куда опять мой котик делся? А, вон он уже где. 72 уровень. Надо помочь. Ты моя умничка. Ты справился. Он даже их разделывает лучше, чем я. 13 кожи. 72 кожи уже. Так, паразаврик. Вон еще паразаврик есть. Паразаврик. Трайк, черепашка. Дудошечка. Зарубим. Так, куда он погнал? Давай, давай, котик, атакуй. Все вместе. Ты сзади, я спереди. Ну-ка, разделаешь добычу? Как бы его заставить разделать за добычу? Ну-ка. Нет? Так, ну ладно, сама разделаю. Семь, восемь кожи, девять кожи. Неплохо. Надо бы еще к рафтерам вернуться. Кушать хочется. Едим ягодки. Отъедаемся. Так, и вроде бы сервак снова повис. Да, повис. Ждем. Ждем, пока отвиснет. Заодно ягодки покушаем снова. Может быть, черепашку забить? Давайте попробуем. Вместе с котиком, с нашим. Вдвоем. Если она, конечно, невысокого уровня. Дудошечку тоже можно зарубить. Семь кожи с Додо, ничего себе. Круто. 12 уровень. Пробуем. Черепашка, конечно, броневая. Так, давай, котик, атакуй. Сзади, я спереди. Или наоборот. Как получится. Работаем в команде.
ты, кусается. Давай, давай, котик, пока я отвлекаю черепашку. Бей ее, бей ее сзади. Давай, давай, давай. Давай, давай, я отвлекаю. У нас командная работа. А разделать не желаешь ее? Так, 7 кожи, 9 кожи. Итого у нас 102 кожи, блин, еще 40 надо. Или сколько там, подождите, 110 надо же, да, на седло? Ага, 8 штучек кожи осталось. Сейчас кого-нибудь зарубим и вернемся к крафтерам. Быстрей, быстрей, быстрей. Кого, кого, кого зарубить, срочно. Муравей. Муравей не разделывается. Кушаем. Кушаем, кушаем, кушаем. Пойдемте поищем еще слабую добычу. А вон паразаврик. Только его надо загнать сейчас, чтобы он в воду не кинулся. Так. Копим выносливость. 104 уровень. Ой, наверное, зря напало. Ладно, попробуем. Я забыла, что он 104 уровня. Аргентавис летает. Наверное, его не забьем так. Давай, котик. Котик. Котик, загоняй добычу. Давай, я помогу. Блин. Вот мне не нравится Аргентавис. Хотя он с того расстояния не должен нас увидеть. Выносливость. Умничка! Умничка, котик! Ты это сделал. Теперь у нас будет седло на рафтера. Давайте сразу крафтим. Седло. Так, точно на рафтера? Да. Создаем. И погнали, погнали к нашим рафтерам. Один мальчик у нас там уже проснулся. Так, быстро, быстро, быстро. Так, где же эти ворота-то? Туман? Туман плохо. Видимость плохая. Вроде бы вон там ворота. Сейчас найдем. Если что, там с утеса спустимся. Я примерно помню, где это место. Котик. Котик, не застревай. Везде столбы понатыканы. Все, устали. Так, это не тот каньон. Вот только заблудиться не хватало. Я же примерно знаю, где это. Я же знаю, я же была там у этого озера. Котик. Котик-обормотик. Ну что ж ты там застрял? Беги, беги ко мне. Котик. Ко мне. Так, сейчас, сейчас надо найти тот каньон. Я уже беспокоюсь. Я боюсь, что у нас рафтер второй проснется и задерет нашего рафтера. Черт, черт. Мы сейчас можем потерять обоих рафтеров. Из-за чего этот туман? Я ничего не вижу. Так, может быть, вот он каньон, да? Ой, осторожно, осторожно. Вроде бы вот это он. Да, вот столбы. Все, мы нашли дорогу. Пьем. У нас есть бурдючки. Так, подождите, почему здесь забор? А, нам в другую сторону. Бежим, бежим, бежим. Я заблудилась в этом тумане. Я просто еще беспокоюсь за рафтеров. Скорей, скорей, скорей. Да, вроде правильно бежим. Так, котик-обормотик. Где он? Где-то застрял.
Ну где же ты? Давай, догоняй, догоняй. У нас нет времени. Беги сюда. Скорее, каждая секунда на счету. Бежит, бежит. Так, вот, вроде вышли. Где наш раптор? Вот, вижу. Один приручился, а второй... Мы ведь успели. А второй должен лежать. Так, должен лежать. Вот он, да, лежит. Все хорошо. Почти. Почти у него торпор прошел. Кушай. Успели. Ох, все, все, ребята, мы успели. Как замечательно. Пьем водичку. Кушаем ягодки. И теперь нам надо благополучно добраться до дома. Так, одеваем седло. 13 уровень раптор. Ну, мы будем кататься на 16 уровне. Все, круто. Я на рапторе, на своем рапторе. Ой, он медленно бегает, потому что у него бедняги перевес. Сейчас я разгружусь. Так, это у нас кто? Саблезуб. Уровень качнул. Давай тебе атаку. И тебе надо бы скинуть что-нибудь. Что-нибудь. Что бы тебе скинуть-то? Шипы. У него у самого сейчас перевес будет. Давайте костер выкинем. Лук. Дерево тебе тоже. Железо. Факел. Фибер, ладно. А, у меня много дерева. Тоже тигрище выкладываем. У тигрища теперь мега перевес. Держи мяско тебе. Заслужил. Вот, разгрузились. Смотрите, какая скорость. О, класс, обалдеть. Вот теперь мы будем носиться. Путешествовать. И охотиться будем. Ам, ам, ам. Ам. Класс. Блин. Надо было раньше раптора приручить. Я думала, он приручается сложнее. Ну, в плане того, что его усыпить сложно. Оказывается, он там сколько? 3 стрелы я ему садила или 4, и он упал. Можно было бы заранее его приручить и не мучиться. О, еще один красавчик. Так, теперь всей командой... Хотя нет, давайте-ка вот этого седло снимем. А оседлаем зелененького. Хотя красненький красивее. 18 уровень. Кстати, скорость передвижения 120%. А у этого... Сравним. А у этого скорость передвижения тоже 120%. Все. Все за мной. Пойдемте отсюда выбираться. Какая скорость. О, ребята, мне так нравится. Я надеюсь, они пролезут все в ту дырочку. Так, кошак. Котик. У котика, наверное, перевес. Ой, бедняжечка. Сейчас я тебя разгружу, подожди. Бедненький мой. Так, я у тебя заберу дерево. Все, теперь нормально. Теперь раптор перегружен. Давайте вот в этого раптора хвосты. Вот в этого раптора закидаем дерево. Даже еще дерево подкинем. Нормально. Все? Все разгружены? Пойдемте. За мной. Мой отряд хищников. Теперь надо как-то обойти Карна аккуратненько. Не хочу никого потерять. Надо всем поставить пассивку, чтобы они не атаковали, а убегали. Пассивка. Еще раз пассивка. Пойдемте. Мне так нравится на рапторе бегать. Красота. Так, ну что вы там, ребята? Кстати, раптор у нас деревья, наверное, не умеет разгрызать, да? Да, не умеет. Котик-обормотик опять застрял.
Раптор застрял, все застряли. Или может на сервак лагает, поэтому они так прыгают. Так, а здесь у нас есть дырочка, да? Да, вот дырочка. Мы пролезем? Пролезли. Хорошо. Путь свободен. Ну же! Команда! Вы что, распадаетесь? Раптор же еще прыгает, точно. Раптор еще прыгает. Классно прыгает. Котик? Где мой котик? Бежит, бежит. Давайте сюда. За мной, ребята. О, как бесит, что они застревают. Так, Раптор. Иди сюда. Опа-на. Вот это прыжки. За мной. В дырочку. По одному. Ну, по одному. Молодец, Раптор. Котик. Ну. Распрыгался. Я заметила, они когда застревают, они начинают прыгать. Так, Раптор, ты что здесь? А котика сейчас надо вытаскивать. И, ребята, серия затянулась, надо заканчивать. Я так хотела привести их домой. Так, как бы котика вытащить? Иди сюда. Котик! Давай, в дырочку. Давай вместе. Давай, 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 шевелись. Все, вылезли. Все за мной. И до дома теперь. Смотрим, вот здесь Карна ходит. Вот прямо около вот этой постройки. Осторожненько, осторожненько продвигаемся. Так, не прыгаем вперед меня. Здесь опасно. Погнали. Нету? Может, ушел? Может, его кто-нибудь убил? Так, а вон чьи-то... Чьи-то трайк. О, здесь Бронта приручают. Ух ты. Ну, значит, Карна убили точно. Все, путь свободен. Все, ребята, я тогда с вами прощаюсь. Серия очень затянулась. Увидимся в следующей серии. Всем пока.